Целых год, целых два, целых три, целых четыре года я как вирма горела на ярком пламени, куда из туловища что-то из жизни вырвать из небытия. Мне это первый раз, ну, домой такое существование в одной. И, конечно, без партнера очень сложно. О, это намного сложнее. Если ты что-то сделаешь не так или что-то пойдет не так, тебя всегда может подхватить партнер и вытащить, и ты можешь это сделать. А тут ты рассчитываешь только на себя. И... Хотя, может быть, это и правильно. Я думаю, что здорово, когда находятся новые формы, какие-то эксперименты, я всегда рада. Но при этом, мне кажется, не забывать про театральные традиции и все это. Потому что новая форма, она найдется, и если это будет не то, она потеряется. А если это будет то, она перейдет в театральные традиции. Поэтому почему бы не быть в поиске? Я сижу за темным столом, в темной комнате, и уже еле-еле вижу стол, листок и буквы. Сгущающихся сумерках и чувствую, как сама растворяюсь в этих сумерках. Мне лично режиссерская застройка, но если мы соавторы ищем вместе, это тоже здорово, и такой опыт у нас тоже есть. Даже не знаю, какой такой. Я просто посмотрела много фильмов, документальных, художественных, много литературы почитала. И вот чтобы что-то одно меня... Меня больше всего зацепила вся эта история с мамой, если честно. Она для меня была самая такая. Ну вот недавно совсем, уже когда спектакль выпустился, я узнала, что ее маму звали тоже Броня, как сестру. Мне показалось это мило.